Начальник штаба командования Народной полиции Луганской Народной Республики Сергей Козлов сообщил, что ВСУ усилили мероприятия боевой подготовки возле линии разграничения на Донбассе. В течение прошлой недели противником активизировались проведение мероприятий боевой подготовки. То есть в районе населенного пункта Ташковка проводились такие мероприятия с использованием минометов калибра 120 мм. В районе населенного пункта Крымская, Трехизбинка и Орехово, Донецкая использовались танки и стрелковое оружие. Все это происходило в непосредственной близости линии разграничения. На наш взгляд, вот проведение таких мероприятий носили провокативный характер. А если учесть, что промышленный объект, то есть шахта, после нанесения минометного удара еще было выведено из строя оборудование, электрооборудование, тоже носят элементы провокации.